Ввод аппарата лазерного излучения Multiline отечественного производства прошло без перерезания красных лент и звука фанфар. Медики сразу взялись за дело. Мастер-класс работы с новым аппаратом провел минский специалист, показав на практике, как с помощью лазерного излучения можно избавлять людей от беспокоящих их рубцов, язв или сосудистых патологий. Это современный метод лечения, который позволяет безболезненно заживлять раны и трофические язвы на 30-40% быстрее, благодаря локальному улучшению питания тканей и стимуляции процессов регенерации. Спектр использования аппарата широк. К слову, лазерная установка последнего поколения сертифицирована для оказания хирургической помощи. В первую очередь это использование для лечения хронических ран, то есть это длительно незаживающие раны и трофические язвы. А таких пациентов у нас очень много. Это заболевание не самостоятельно, а, как правило, осложнение каких-то других заболеваний, в том числе сахарного диабета, эндокринных заболеваний, онкологических, когда нарушается заживление, сосудистые заболевания и масса-масса других, которые приводят к образованию длительно незаживающих ран. Одним из первых, кто опробовал целительное действие лазера на себе, стал Петр Малич. У него на ноге образовалась язва, которая даже после длительного лечения не сходила. Попал в ногу, язва появилась. Вот пришел, полежал 3 месяца, залечились. Ну, решили сделать это, как его, лазером пошел, ну, не до конца. Как ощущения после процедуры? Нормальное ощущение, нормально чувствую себя. Было больно? Нет. Действие лазерного излучения испытала на себе и медсестра ожогового отделения Брестской областной клинической больницы. После лапаростомии у девушки остался большой рубец на животе, которого она долгое время стеснялась. После лапаростомии образовался рубец, он доставлял дискомфорт. Купальник нельзя было одеть, топик коротенький летом, ну как-то смущалась всегда. Больно не было, ну как бы сначала я не ожидала, что там будет, больно будет резать или как, легкое пощипывание. У жителей Брестской области есть возможность получить амбулаторное лечение современной лазерной установкой. Подобная система с успехом применяется коллегами в столичных клиниках, причем у взрослых и детей. Избавиться от проблемы навсегда за один раз может и не удастся. Количество посещений зависит от размера и патологии раны. Уже интегрирована система управления, то есть там уже есть встроенные функции, достаточно лишь только их выбрать. Но также можно проводить и ручную регулировку для того, например, чтобы воздействовать на разные типы тканей, например, удаляя, увеличивая длину волны, мощность, энергии и длительность воздействия, мы можем воздействовать на разные ткани. Благодаря использованию лазерных излучателей с различными физическими характеристиками, удаление новообразований, лечение рубцов и акне, удаление пигментных пятен и татуировок, эпиляция и омоложение станет возможным.